Всем привет! Получил очередную бандероль с Китая. Написано Швейцария, почта Швейцарии. Что это? Сейчас распакуем, посмотрим. Посылок заказывал довольно-таки много и на многие уже пооткрывал спор на этом Алиэкспрессе. Так, запаковано, все склеено. В общем, раскромсал кое-как. Так, это у нас зарядные для батареек. Вот в такой вот коробочке. Переходник ненужный. Такая вся коробочка на понятном языке. Переходник, судя по всему, дали, вдруг я китаец. И у меня китайская розетка, вот такой переходничок. И вот такое вот зарядное. Кнопочки. Все на китайском, ё-моё. Ну, я думаю, здесь ничего сложного нет. Так, стоимость этой фигни 6 баксов. Добиралась сюда около 2 месяцев. Как работает, отпишу в комментариях или в описании к видео. Вещь нужная. Особенно для тех, у кого клавиатура и мышь работают от батареек. Ну, в принципе, так по качеству неплохое. У меня есть, тут видите, с этой стороны можно вставлять батарейки, и с этой стороны, если я правильно понял, или это просто вставить батарейки. В общем, как работает, отпишусь в комментариях. Всем спасибо, всем пока.